Дэнни Макаскил, один из лучших велосипедистов-экстремалов в мире. Самая сложная задача была в том, чтобы заднее колесо попало отсюда на забор. Дэнни стал одной из звезд экстрима в мире. Но он не одинок. Наука и психология помогут разобраться, почему его так тянет на риск. При помощи этого трюка я боролся со страхом. Некоторые родители, возможно, не одобрили бы такие опасные увлечения. Но чем опаснее спорт, тем больше я в них вижу интеллекта. Недавно Дэнни принял трудное решение вылечить травму, сделав операцию. Желание Дэнни ездить на велосипеде и делать его трюки более сложными и сделали его тем, кто он есть. Что заставляет людей любить опасные виды спорта или нет? Я думаю, это большой риск. Идти по тонкому ремню между утесами, когда под тобой 1 километр пропасти. Поездка на заднем сиденье на высокой скорости очень опасна. Думаю, что равновесие зависит от боязни упасть на свой страх и риск.